Все-таки скажи, что ты хочешь сказать персонально, без вопросов, потому что да, вопрос да, это вопрос. Прокомментировать надо свои работы. Вот эти работы, бронзы, вот эти три работы, вот, «Не встреча», «Свидание» и «Под сенью девушек в цвету», вот эти «Танец», это было сделано в тот момент, когда я работала над «Криговым». И билась с этим картоном, и мне казалось, что я никогда его не сделаю. И такая меня взяла тоска, что я залезла в ванную, нашла, наскребла себе какое-то количество глины и слепила вот совершенно другое что-то такое, что для кайфа, вот чтобы мне было приятно. Я совершенно не думала, что... Что это, как? Это вот само спонтанно получилось, из подсознания вышло, как бы моя любимая тема. И так бывало уже в жизни у меня, вот, когда я делала вот, для удовольствия. Ну это правильно, я как-то вот. Я не думала особенно. Что это серьезная работа или какая-то. Я просто выплеснулась, вот нечто, которое прыгает со всем. Вот. А тут это выплеснулось. И я лепила все это часа там два или три. Вот.